Народ, посмотрите, сухая колбаса. Вот это, блин, капец. Сейчас колбасочки вточим с моим любимым салатиком под названием соляночка с юшечкой. Посмотрите, сколько уже сок упустил. Помидорчик розовый и лучок. Пахучее масло, соль, все. Хлебушком, Тархуневичем полирнем. А это десерт. Да, Пикачу? Правильно, мяу. Хоть он и дохлый, но он говорит мяу. Матушка роща. Базиликовые засранцы. Здорово, народ. Ляньте, ляньте, какая красота. Офигеть, колбасень. 2 килограмма, 164 грамма. Косарь 81 рубль 78 копеек. Ну, это акция на нее. По 500 рублей. Так она 700 рублей стоит. Мечта моя, давнишняя. Вот прям взять вот такую колбасню здоровенную. Помню, еще мелкий стоял в магазине, блин. Думаю, вот вырасту когда-нибудь, вот заработаю, куплю такую колбасу и бую. Прям буду так, прям так ее хавать. А? Кто там будет плохие вещи там писать, отхерячу колбасенью вот этой вот. Всем недовольным, до свидания, всего доброго, счастья, блага, радости, удачи. Чтобы вы были здоровы, был у вас хороший аппетит. Всем, кто меня предал, так скажем. Я уже задолбался объяснять, я задолбался каждому, всем и каждому говорить, что у меня на канале творится дичь дикая, маты, матюги страшные. Ну, святошам на моем канале делать нечего. Извините, всего вам доброго. А всем, кому нравится, добро пожаловать. Значит, берем колбасень, скрываем. Ну вот, короче, вы видели, да? Сейчас мы заодно и заценим, что это за колбасня. Можно ли ее хамать? Нельзя ли? Ну вот, так-то она стоит 700 рублей за килограмм, да? Ароматная. Скроем сейчас мы ее нафиг. Ух, блин. Текёт. Сачок с нее потек. Вот. Ну и что я могу сказать? Приятного аппетиту. Как гусеница, блин. Вся в венах. Ну, у нее, блин, ништяк. У нее, короче, это оболочка типа натуральная. Вот это. Но она что-то плохо жуется. Мы ее, наверное, почистим чуть-чуть. Блин, вкусная колбасня. Докторская. Была докторская, стала любительская. Любительская — это вот с жирком она, да? А докторская вот без жирка просто, видите? Ништяк. Ой, хлебушек тепленький, мягенький. И вот так вот в юшечку. Блин, кайф. Мука с хлеба посыпалась. Кайф. У меня тут должно быть вкусно.
Скажите мне, пожалуйста, разве у вас не было такой мечты взять вот колбасу и прям так ее хавать? Вот бутер. Самый офигенный. Самый классный, без всякого хлеба. Блин, хлебушек обожаю, когда хлебушек мягенький и теплый. Это вообще люкс. Какое-то химическое волшебство. Вот именно вот эта юшечка, она такая вкусная. Солененькая. Вот именно лук и помидор. Почему так вкусно? Колбаса чувствуется, что, ну, такая достойная. Уж я этой колбасы переел. Ё-моё. Но все же, я считаю, как колбаса может стоить дороже мяса, блядь? Намного причем. Прикиньте, на косарь можно мяса сколько взять. Нажарить шашлындоса. И обожраться, блядь. Такое ощущение, что у нас в стране вообще мясо не выращивают. Закупают туши где-то с другой планеты, блядь. Столько земли. Выращивай не хочу. Дайте людям землю. Дайте людям, блин. Частники все. Конкуренция типа. Под видом этого. Ящер. Или что там еще? Свиной гриб. Убивают животных, блин. Какой нафиг гриб? Конкурентов просто убирают. Ну, это мое мнение. Как там на самом деле? Фиг его знает. Конечно, не дай бог, чтобы всякие болезни мешали людям жить. Но сдается мне, есть люди, которые злоупотребляют этим. Приезжают к людям домой, забирают животных. И все. Человек выращивал, деньги вкладывал. Так верните то, что он вложил. Правильно? Блин, колбаса такая покайфная. Тархуневича за ваше здоровье. Все равно, как бы там ни было,
абсолютно всем желаю вам здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Не болейте. Ничего такой, Тархуневич. Нормальный. Я помню, батя вот когда вот этот салатик хавает, у него там остается вот на дне юшечка, она самая вкусная. Вот именно у него. Ну посмотрим, как эта себя колбаса поведет. А если я с ней обосрусь нафиг, значит колбаса говно. У меня желудок очень чувствительный на любую колбасу. Если я поем и все нормально будет, значит колбаса вообще люксовая. А если что-то будет не так, значит в колбасе что-то не так. Шляпа химическая. Мякушку. Тот, кто знает, что такое голод, меня капец как поймет. С этой колбасой. Не дай бог вашим детям знать, что такое голод, блин. Что такое не есть днями. Желаю, чтобы у вас все было хорошо обязательно. Ну сколько я там сожрал? Да немного. Ну что-то уже наелся. Значит, берешь шоколад. Блин, сплошная реклама. Ну а что делать? Эти продукты есть в магазинах. Ничего страшного. Тестирую заодно. Вот Милка. В принципе, хороший, я ел. Хороший шоколад. Вот этот мне тоже нравится. Воздушный. Блин, кто его там делает-то? Фиг его знает. Короче, открываем. Туда же вот нарисовано. Колбаски. Во. Пупырки. Как там, попыт или что там еще есть? Попыт Simple Dimple. Что круче, Simple Dimple? Нет, попыт. Сука, кто эту хуйню придумал? Кто эти, блядь, крутилки понапридумывают? Ой, пористый. Пористые вот поры, потому что вон они. Так. Блять, сука. Сломал нафиг, блин. Всю малину мне обосрал, блин. Ну ничего, мы вот так вот сделаем. Покладем. Нет, ты будешь внизу. Ты будешь наверху вот так. Пофигу. Я все равно сделаю гамбургер. Во, вот, вот гамбургер. Смотрите. Ништяк. Блин, где кайф. Это десерт, так десерт. Блин, вкусно.
Короче, сплошные детские вот эти мечты. Я помню, давно-давно вот так вот мечтал сделать. Взять белый шоколад и два обычных вот. Сделать такой бутер. Блин, он прилипает к небу. Но вкусный капец. Весь тает. Вот этот белый прям прикольный, мягкий-мягкий. А тут внутри что-то начинка какая-то. Кокос это, короче. Бабл кокос. Да. С кайфом прям. Но много его лучше не запихивать, потому что все поприлипало, блядь. А есть люди, которые смогли бы и колбасу эту сожрать, и шоколадки все, все и запить еще. Литра полтора-два воды. Ну я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею. Шоколад люкс. Сладко, блин. Я бы не сказал, что приторно, вкусно, прям молочный какой-то такой, прям, ну, по кайфу. Тот, кто хавал, пробовал вот эти дешевые шоколадки, очень хорошо отличается, чувствуется. В дешевой там, ну, вкус один, ну, сладость, сахар, ну, как-то не то что-то. А это прям такой приятный, он и пахнет тоже. Прикольно. Но прилипает, зараза. Так что вот такие дела. Мой народ. Желаю вам, чтобы ваши мечты сбывались. Чтобы ваши цели, которые вы поставили, чтобы вы смогли их добиться. Обязательно вам желаю здоровья. Чтобы все у вас было хорошо. Да и не переживайте ни за что. Едем дальше, несмотря ни на что. Есть люди, которые постоянно будут писать, что что-то не так, что что-то не нравится. Господи, да что ж такое, что ж вы такие? Не нравится, уйди молча. Че мне твой вот этот высер, кому он нужен, вот эти вот? Еще громко дверью хлопни. Главное, что большинство смотрят. Есть зрители, которым нравится. Все вот это то, что я тут творю, всякую дичь. В общем и целом, всем добра,
С вами был Юрец. Блин, аж першит уже. До новых встреч, пока.